Серийное производство туристических и междугородних автобусов нового поколения стартовало на предприятии «Автомобильные индустриальные технологии» во Владивостоке. Планируется, что предприятие будет выпускать до 1500 автобусов в год. Первые новые экземпляры моделей Solers SA9 и Solers SA6 осмотрел заместитель председателя правительства Приморья. Серийное производство автобусов, как вы правильно сказали, они и туристические, и межмуниципальные. Для Приморского края это очень важно, учитывая наш туристический профиль и задачи по развитию сектора транспорта и логистики в регионе. Для нас важно это предприятие, потому что оно местное, соответственно, продукция, которая будет производиться, и по опыту предыдущей серии с пикапами, где существовала скидка для приморских компаний и покупателей, мы понимаем, что эта продукция должна быть еще и дешевле по сравнению с зарубежными аналогами. Цены на новые автобусы будут известны в декабре, стоимость будет конкурентоспособна. Старт продаж новых автобусов запланирован на декабрь этого года. Туркомпаниям понравилась модель, обменялись предложениями с точки зрения того, как сделать его более кастомизированным, более индивидуальным под запросы каждой туркомпании. И мы рады видеть обратную связь от завода, который говорит, что все это будет учтено. Но самое главное, что это возможность для приморских компаний производить приморскую продукцию, в которой приморцы и гости нашего региона смогут получать качественный сервис. Автобусы бренда Solers полностью соответствуют международным стандартам качества. Новые модели отличаются передовыми технологиями, широким выбором опций и возможностью донастройки для удобства поездок на дальние расстояния. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.